Все самое лучшее арбитражный суд Мордовии разместил на сайте госзакупок, казалось бы, банальную заявку на обувь для подчиненных. Это часть служебного обмундирования, положенного сотрудникам Фемида по закону. Смутило моих коллег техническое задание. Для того, чтобы ходить по зданию суда, нужны туфли исключительно из натуральной кожи по цене 3200 рублей за пару. Модный приговор от Зины Мустаевой. Заявку на сайте госзакупок арбитражный суд Мордовии опубликовал накануне 27 февраля. В ней черным по белому прописано: туфли нужны 12 пар мужских и 63 пары женских. Цена за пару 3200 рублей. Разницы между стоимостью моделей М и Ж нет. Совсем нет. Отдельным файлом к заявке прилагается техническое задание, а в нем, и вот что интересно, туфли нужны из кожи исключительно натуральные. Подкладка тоже из натурального материала быть должна. Цвет обуви черный, подошва исключительно ТЭП. Для мужчин высота каблука 25 мм, для женщин до 60. Все ради того, чтобы по зданию бегать, документы перекладывать и в зал суда приходить нарядными. Внимание, 3200 пара обуви ровно на год. По закону положено. Вопрос к сотрудникам арбитражного суда. За 12 месяцев сносите, передарите или в шкафу пылиться будут? Мы не постеснялись, спросили у ответственных, и вот что нам ответили. Для каких она случаев предназначена? Для ежедневной носки или только вот в каких-то там определенных моментах, я не знаю, выйти на судебное слушание или там одеться по форме? Как часто она вообще используется? Ну, служебное мудрование используется ежедневно во время рабочего дня. То есть, если прийти в арбитражный суд, то абсолютно все будут ходить в обязательной, в одинаковой обуви? Ну, почему одинаковые? Есть мужская, есть женская, правильно? Нет, ну, понятно, что мужская и женская отличаются. Было бы глупо по-другому. То есть, все в этой обуви ходят ежедневно? Получается, что так. Получается, что громкие слова про тотальную экономию бюджета – просто слова. По информации интернет-издания газеты «Известия», на одежду и обувь для судей России из казны ежегодно тратят более 500 000 рублей. Но, по признанию служителей Фемиды, черевички казенные они носить не любят. Однако 230 тысяч рублей государство дарит на нужды больших и важных людей, чьи зарплаты выше мрота. Дина Мустаева, «Наши новости».